коснуться в своей части нашего круглого стола проблемы доверия политикам, нашим лидерам в том числе, проблемы одобрения деятельности основных федеральных институтов, а также некоторым моментам, которые могут повлиять на решение, на выборную кампанию. Вот такие вопросы хотел бы затронуть. Ну, прежде всего, начнем с доверия. Здесь должна сказать, что, конечно, мы говорим не столько даже о доверии к первым лицам, двум первым лицам, сколько о ситуации доверия лидеры versus аутсайдера. Да? Одна группа такая небольшая и вторая очень большая. В том, что касается лидеров, здесь данные приблизительно сравнимые. Если просмотреть рейтинги последних недель, последних месяцев, рейтинг доверия Дмитрия Медведева колеблется в границах 43-46%, рейтинг Владимира Путина 47-55%, в общем, половина. Рейтинги недоверия, мы делаем, конечно же, рейтинг и доверия, и недоверия, у этих политиков самый низкий, если сравнить опять-таки с другими. То, что касается аутсайдеров, группы аутсайдеров, здесь с огромным отрывом следуют два персонажа. Это Шойгу и Жириновский с 8-9%. Но тут нужно отметить, что, несмотря на то, что отрыв такой большой, у Шойгу очень низкий антирейтинг, в то время как у Жириновского антирейтинг зашкаливает. То есть он несколько раз превосходит его рейтинг доверия. Все остальные – это менее 4%. От 4 до 10 долей. Что касается одобрения федеральных институтов, это тот рейтинг, в который также попадают и действующий президент, и действующий премьер-министр. Здесь ситуация такая. И вот если в случае с доверием, конечно, небольшой такой лаг между двумя этими лидерами есть, то тут вообще наши графики, наши линии нашего графика следуют, собственно, такой, превращаются из двух цветов в один цвет. Президент и премьер-министр могут похвастаться очень высоким уровнем одобрения, колеблется рейтинг, если по неделям, по месяцам смотреть, от 68 до 72%. То есть более двух третей. Давайте посмотрим на институты другие федеральные. Конечно, президентом и премьер-министром этот вопрос не ограничивается. Правительство у нас пользуется одобрением половины опрошенных россиян, от 48 до 52% опрошенных. Говорит, что одобряет деятельность правительства. Ну а Госдума и Совет Федерации, такие близнецы-братья, два брата-акробата, у них также примерно одинаковый уровень одобрения, в районе 28-33%. Это то, что касается одобрения федеральных институтов. Когда мы говорим все-таки опять же о двух лидерах, интересно посмотреть, кто за них голосует. Мы посмотрели портрет, попробовали найти какие-то различия, должны сказать, что голосуют одни и те же. Как правило, одобряют и Владимира Путина, и Дмитрия Медведева чаще женщин, чем мужчин, хотя, конечно, и те, и другие одобряют. Россияне молодые, до 35 лет особенно склонны одобрительно относиться и доверительно высказывать доверие этим двум политическим деятелям. Люди высокообразованные, то есть с высшим образованием, обеспеченные. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и вообще Центрального федерального округа. Вот среди этих категорий наиболее высокие степени и одобрения, и доверия, причем обоим этим лидерам. Разница здесь, вот если посмотреть по соцдемблоку, большую мы не прослеживаем. Среди тех факторов, которые, безусловно, будут влиять на выборную ситуацию, конечно, сейчас сложно говорить, еще впереди целый год, уж если говорить о парламентских, да, о президентских, так и вообще, мы очень рано начинаем, ну, это первые такие ласточки, то должна сказать о пятерке, такой топ-листе проблем, которые сейчас больше всего волнуют население нашей страны, и об изменениях, которые мы наблюдаем за последние несколько лет в этих сферах. Ну, на первом месте инфляция, рост цен на товары и услуги. Две трети населения говорят о том, что эта проблема наиболее важна для страны в целом. На втором месте такая проблема, как извечная проблема российская, к сожалению, это алкоголизм, а также наркомания. Здесь также более половины опрошенных россиян говорит о том, что эта
наиболее важная проблема для страны в целом. Третья проблема, которая до сих пор занимает умы большинства россиян, это уровень жизни населения. Причем здесь изменения были значительные за последние 2 года. Если в 2008 году, в марте 2008 года об этом беспокоился каждый пятый, то сейчас каждый второй считает, что уровень жизни населения в целом – это одна из самых важных проблем и недоволен этим. На третьем месте безработица. Опять-таки здесь был большой скачок за последние 2 года. А в 2008 году 25%, к 2009 году уже 60%, сейчас снижение, сейчас 42%. И на пятом месте та проблема, которую часто поднимают наши лидеры, это коррупция и бюрократия. Об этом много говорят, это всегда на слуху сейчас для россиян. Это и оказывается очень часто среди тех проблем, которые россияне называют. Я думаю, что все-таки процесс определения тактики и стратегии на президентских выборах будет не менее закрыт, чем это было на рубеже 7-8 годов. И я не вижу признаков повышения публичности там, этого процесса. Если говорить о неких предварительных итогах там, президентского цикла Дмитрия Медведева, я думаю, что он оказался более удачным, чем второй срок президента Путина. Срок достаточно, на самом деле, не очень удачный, там, да, ни по попыткам западных социальных реформ, ни по тенденциям на постсоветском пространстве. Наверное, президентство Медведева можно сравнить с первым сроком президентства Владимира Путина, где были свои удачи, где были свои имиджевые проблемы и где имело место определенная там асинхронность заявляемых целей и реальных политических практик. Если подводить итоги неформальной гонки, которую эксперты для себя реконструируют, можно сказать, что за последние месяцы выросли ожидания экспертов, по крайней мере, о том, что инерционный сценарий будет выбран и у Медведева больше шансов остаться на посту президента. Это скорее эмоциональное ощущение экспертов, и не факт, что оно будет приниматься во внимание в решающую точку, но это ощущение существует, и необходимо его зафиксировать. Я не думаю, что мы получим какие-то внятные сигналы за рамками существующих сегодня операций прикрытия о том, кто и как пойдет на выборы 2012 года. Я допускаю, что этот сигнал будет дан уже после парламентских выборов. Я не удивлюсь, что если список «Единой России» не станет никаким сигналом, и там в него по федеральную его часть попадут оба диарха, там в алфавитном порядке или в каком-то ином, не так принципиально. Конечно, говоря о будущем федеральном цикле выборов и парламентских президентских, есть там серия интриг. Первое – делать выборы интересными или неинтересными. Во-первых, что делать с политической конкуренцией, мы видим, с публичной. Мы видим, что ожидание начала года о том, что усилится роль парламентских партий, и они получат большие права на парламентских выборах, в целом не подтвердились. И это показали осенние выборы, где, в отличие от весенних, была целая серия снятий кандидатов, в том числе от парламентских партий. Мы не знаем пока, будут ли будущие выборы парламентские и президентские интересными для самих участников. Накануне прошлых президентских выборов Владимир Жириновский сказал довольно знаковые слова, встречаясь с политологами, он сказал: «Ну, посмотрите на 4 кандидатов, я, Зюганов, Медведев и Богданов». Но из всех четырех я же единственный, кто реально хочет, сказал Жириновский, полушутка, полувсерьез. Проблема восприятия этих выборов как неинтересных, она, конечно, существует. Равно как проблема снижения доверия у элит, в том числе доверия к официально объявленным итогам голосования. Это сегодняшняя ситуация менее благоприятная, я думаю, чем 3 или 4 года назад, и выборы в Мосгордуму это достаточно отчетливо показали. Но все-таки сценарий с появлением на политической сцене новых игроков, вроде как скорректированная база законодательная позволяет партиям появляться чуть ли не в последний момент. Я думаю, что этот сценарий возможный, там появление какого-то там националистического проекта или либерального, но пока вероятность инерционного сценария, мне кажется, более высокой, потому что, в принципе, эта система устраивает действующую власть и на самом деле работает на формальное проведение таких выборов, которые сама власть считает вполне легитимными. Отдельный вопрос, который, наверное, будет одной из интриг следующего года, это поиск от экономического гуру, который будет символизировать с собой следующий президентский срок в России. Потому что там нельзя сказать, что выдвинутый номинально на эту позицию Игорь Шувалов в полной мере выдержал испытания на эту роль, и эта роль была, в принципе, комфортной. Если говорить о тенденциях общественного мнения, то здесь, наверное, две ключевые тенденции за 2010 год. Первое – это высокий уровень инерции.
последние серьезные сдвиги, колебания мы видели на рубеже февраля и марта, а дальше ни ситуация в Москве, ни бездействие властей во время пожаров и смога всерьез не повлияли на общественное настроение, на мой взгляд. А второй тенденцией является настроение жителей крупных городов и среднего класса, которые остаются достаточно критическими. Не случайно именно 10-й год, время закрепления в такой экспертной среде и прессе двух терминов, термина «нулевые» и термина «активное меньшинство». На сегодня каких-то полноценных месседжей средний класс не получил от первых лиц страны. Опять же, в инерционной схеме, при которой средний класс и жители крупных городов не приходят на выборы, все это логично, поскольку приходят на выборы все остальные и дают более удобные для власти результаты. Но, тем не менее, мы видели, в 2010 году была отработка таких технологий оттепелей, химкинская оттепель, ресинская оттепель и так далее, там, да, итоги которых оказывались, в принципе, достаточно скромными. Еще одной интригой является отсутствие у лояльного власти избирателя полноценного противоядия против негативных каких-то кампаний. Да? Та сакрализация власти, которая происходит сегодня, она создает определенные риски. У меня на одной из фокус-групп в маленьком городке России сказали в ответ на вопрос, почему все-таки Медведев и Путин такие хорошие, а ситуация там, в отраслях типа реформы армии или образования не бесспорная. Одна из участниц сказала, вы знаете, иногда мне кажется, что Медведев и Путин это такие декорации, а за ними правят там реальные Сердюков и Фурсенко. При том, что схема достаточно спорная, все участники фокус-группы достаточно легко согласились с этой схемой, она показалась им вполне рациональной. То есть отсутствие противоядия против таких интерпретаций у лояльного власти избирателя – это одна из проблем предвыборного года. И, наверное, там три последних замечания. Все-таки одной из интриг следующего года будет верификация, приписываемая одному из высокопоставленных чиновников фразы «Не нужно думать, что мы готовы отдать власть». Любым путем. Возможно, такая фраза и не звучала, но в экспертной среде и в прессе она часто кажется вполне правдоподобной. Вторая проблема – это ощущение регионов, которые по-прежнему ощущают себя немножко на периферии общественной повестки дня и не застрахованными от небесспорных идей вроде укрупнения, создания агломерации, сокращения часовых поясов и так далее. И третья проблема – или ресурс, может быть, для следующего выборного цикла, это отсутствие у общественного мнения, у населения, собственно, внятной картины будущего и желаний, какой хотят видеть Москву, страну, похожие на что. Вот уход запросов в социальную повестку дня, оно, по сути, значительно притупляет запросы общественного мнения, те запросы, которые, например, были там, в 80-е годы или в 50-е годы 20 века, сегодня их, на мой взгляд, нет и не просматривается. Спасибо. Есть полноправные члены Политбюро, есть кандидаты в члены Политбюро. Это Политбюро включает в себя представителей, с одной стороны, формальной власти, с другой стороны, лиц, обладающих неформальным влиянием. Ну, вот я попытался список набросать, он такой приблизительный, может перетекать. То есть полноправные члены Политбюро – это Путин, Медведев, Сечин, Кудрин, Нарышкин, Собянин, по-прежнему, по крайней мере, сейчас, и Сурков, который, на мой взгляд, недавно вошел в состав полноправных членов Политбюро, именно в связи с тем, что обострилась проблематика политических вопросов. И кандидаты в члены Политбюро имеются в виду именно по политическим, так сказать, вопросам, да, потому что где-то, так сказать, в своих нишах эти люди могут быть очень влиятельными. Это Шувалов, Зубков, Володин, Казак, Сергей Иванов, ну, вот из правительства. Силовой блок Сердюков, Виктор Иванов, Патрушев, Бортников, я думаю, Нургалиев не входит в число кандидатов в члены Политбюро. Если брать администрацию, то туда еще входят такие люди, как Беглов и Громов. Из правительства еще можно было бы добавить Сергея Шойгу. Из представителей крупных корпораций, я думаю, что это Чемезов, Якунин, Чубайс и Миллер. Добавил бы сюда еще Волошина и Фродкова. Все-таки в число кандидатов в члены Политбюро входят представители партии, такие как Грызлов и Миронов, у них есть совещательный голос.
при принятии подобного рода решений. Из региональных лидеров я бы, наверное, добавил Рамзана Кадырова. И все. Вот. Ну, естественно, если брать представителей бизнеса, то с определенным влиянием обладают такие фигуры, как Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук, Роман Абрамович, Алишер Усманов. Там можно этот список там, кем-то еще дополнять. Вот. То есть я думаю, что вот это, так сказать, ядро, вокруг него еще есть, так сказать, группы влияния, есть, они как-то между собой перегруппируются постоянно. Я не думаю, что есть какие-то устойчивые группировки, но, собственно, вот роль президента, премьер-министра, это не то, что вот он раздает им указания, их выполняют, а именно балансировка вот межклановых интересов. И президент – это председатель открытого акционерного общества, а никак не, так сказать, такой самовластный диктатор. Соответственно, задачи, которые должен решать президент, это сохранение межкланового баланса, поддержание социальной стабильности и обеспечение комфортного внешнего окружения для страны. Вот три задачи, которые он решает. Кто еще входит в число, так сказать, выборщиков, ну, тех слоев, которые так или иначе влияют на принятие решений? Это, естественно, крупные корпорации, причем не только государственные. У нас сейчас очевиден крен к тому, чтобы делать, ну, на укрупнение и иметь государству удобнее именно в этой модели политбюро иметь дело с крупными корпорациями в каждой из отраслей. Мы видим, как у нас укрупняется там алюминиевая отрасль, там, да, можно перечислять. Да? Государству всегда удобнее иметь, точнее не государству, а политбюро. Удобнее иметь дело с конкретными, понятными людьми, с которыми они так или иначе договариваются, в том числе в формате таком, что, ребята, вот вы получаете вот это, а вот тут, пожалуйста, социальная ответственность. Что там, ну-ка, раскошелились там, давайте, Олимпиада, там, чемпионат мира по футболу, где социальная ответственность бизнеса. И понятно, что когда социальная ответственность бизнеса, то легче собрать вот этих вот, так сказать, профсоюз олигархов, дать им указания, кстати, они пойдут выполнять, чем как-то пытаться путем нормативно-правовым стимулировать бизнес к принятию тех или иных решений. Естественно, так или иначе, при принятии решения о кандидате будет учитываться позиция бюрократии и региональных элит, потому что все равно, так сказать, обеспечивать процесс выборов и считать будут они. Ну, естественно, как-то учитывается позиция населения и фактор Запада. Если смотреть, как бы, на те задачи, которые стоят у нас перед следующим президентством, то я думаю, что на самом деле все равно, и следующим составом Думы, кстати говоря, это принятие крайне непопулярных социальных решений. И в этом смысле я не исключаю, что и правящая партия все-таки столкнется со значительным снижением рейтинга уже в следующем электоральном цикле. И, возможно, следующий президент будет тоже не столь популярен во время своего третьего или второго срока. Вот. И в этом смысле как бы риски повышаются, но для, как бы, осуществления этих задач, в общем-то, Медведев более комфортная фигура, потому что у него есть еще какой-то, ну, больший кредит доверия, просто потому что он более новый. У него есть возможность для продолжения коммуникации с теми группами, которые сейчас остаются за рамками вот этого официального охранительно-консервативно-социального курса. И, то есть, я думаю, что, грубо говоря, молодые волки Путину уже не поверят. Медведеву могут поверить. И Медведев, конечно же, гораздо более комфортен для Запада. Опять же, так сказать, вот эта вот внешняя стабильность в условиях проведения непопулярных социальных реформ, она тоже будет иметь большее значение, чем, скажем, играет сейчас. Какие есть риски? То есть к тем, которые перечислил Михаил, я бы добавил все-таки появление все новых и новых каналов коммуникации, их большую распространенность, интернет, социальные сети, переход на цифровое вещание. То есть вот эта вот дубинка первого-второго каналов, она становится все менее и менее эффективной. Тем более, что количество людей, смотрящих этих каналов, оно сокращается. Или доверие к ним как минимум сокращается. И люди пытаются искать альтернативные каналы коммуникации. И появляются пока локальные, но тем не менее уже лидеры доверия.
Да, то есть у них объем этого доверия гораздо меньше, чем у, так сказать, правящего лагеря. Но зато это такое ядро, это люди концентрированные, заряженные, которые потом могут выступать в роли вот таких намагниченных сторонников, и у Путина и у Медведева становится все меньше и меньше. Очень важный фактор риска, на мой взгляд, это усталость элиты, их не то что неверие, их скепсис по поводу перспектив. То есть вот эта вот поразительная вещь, что если лично общаться с представителями региональных или встроенных в эту вертикаль, являющихся ее верными солдатами, тем не менее, услышишь иногда такую диссидентщину, что по сравнению с ней эхо Москвы, это просто уже какой-то, так сказать, умеренный прокремлевский рупор. Вот, это тоже, на мой взгляд, показатель вот этой вот внутреннего диссидентства людей, являющихся частью правящей элиты. И ключевой момент, я думаю, что это все-таки отсутствие ясного образа будущего. Да, то есть, чего строим, куда идем и так далее. Ну, и соответственно, можно добавлю, да, на самом деле, в качестве примера про будущее, да? Если сравнить, например, общественную реакцию на победу олимпийской заявки в Сочи, потому что Олимпиада вообще, а зимняя Олимпиада в особенности, такой достаточно периферийный спортивный турнир, потерявший былое значение, и реакцию общества на победу России в заявке чемпионата мира по футболу, главного спортивного события объективно, мы видим, что последняя победа забылась на второй, на третий день и не вызвала той общественной волны, которая вызвала сочинская победа, к вопросу про ожидание будущего. Большой скепсис, да. Соответственно, с точки зрения электоральной, я не вижу сегодня шансов для реанимации либеральной повестки дня, как бы сегодня ее не пытались реализовывать представители нашей либеральной оппозиции. Я думаю, в этом смысле, конечно же, вот фигуры типа Милова, Немцова там, и так далее, они выполняют очень полезную для власти функцию. То есть они, так сказать, говорят, оппозиция – это либерал. Соответственно, тем самым ограничивая возможности для дальнейшего электорального развития, именно поэтому, в общем-то, как бы, позволяют резвиться, так сказать, иногда слегка, так сказать, попугивают, ну, чтобы показать, что да, это оппозиция, мы с ними воюем, боремся. Вот, реально перспективные электоральные ниши – это ниша национал-социализма. Ну, там она может быть названа по-другому, но это именно, так сказать, сочетание национализма с социальным популизмом и ниша регионального патриотизма. Вот эти вот две ниши, ниша национал-популизма, националистического социального популизма, которая может перейти в национал-социализм, социализм и ниша регионального патриотизма, которая может перейти в сепаратизм, вот это два ключевых риска с точки зрения трендов массового сознания.